появились неожиданные изображения Huawei P30. В сети появились новые концепт-арты флагманского смартфона Huawei P30, на которых нам демонстрируют устройство в неожиданном дизайне. Если говорить конкретнее, то до этого ни один источник не приписывал Huawei P30 экран сразу с двумя круглыми вырезами под два объектива фронтальной камеры, которые расположены в левом верхнем углу. Модули тройной основной камеры также расположены не так, как на предыдущих изображениях. Сначала идут два модуля в едином блоке, затем вспышка, после которой расположен третий модуль камеры. Дактилоскопический датчик располагается на задней панели. В целом все это выглядит как фанатская фантазия на тему, но до появления официальных изображений любая версия имеет право на существование. Анонс Huawei P30 ожидается на МВК 2019.